Российские миротворцы все больше наживаются за счет карабахских армян. Российские миротворцы в Карабахе берут около 10 тысяч долларов или 4 миллиона драмов вместо прежних 1-2 тысяч долларов за каждый крупный грузовик с продовольствием или другими товарами для проживающих в Карабахе армян, пишут армянские СМИ. А в последнее время они и договоренности с правительством Армении нарушают. Так, например, у них есть договоренность о 10 машинах для перевозки грузов. Правительству достается 8, а 2, получается, это частный бизнес миротворцев, который приносит им прибыль, сообщают СМИ. Отметим, что армянские средства массовой информации постоянно публикуют пресс-курант российских миротворцев на перевозку грузов и карабахцев в Армению и обратно.